Почему вы догоняете вообще? Какое вы имеете право? А что здесь противозаконного? Мы вас бить собираемся? Нет. Понимаешь? Ну как так? Ну вот так, он хотел залезть и хотел... Подождите, так он хотел залезть или он сделал это? Потому что как... Мы знаем, он сделал. Да что ты знаешь? Иди в суд и там спроси, что есть. А вы думаете, что так вот просто в суд пускают, что вы и дела показывают? Ты думаешь, я пришел так вот, сказал, и мне поверили, его закрыли? Ну, не может работать. Чего не может? Вот, суд. Ну, правильно. Наверное, искали что-то, искали там. Ну, а если все экспертизы показывали? Экспертизы? Это тебе они рассказали, что ничего не показывал? Нет. Ну, иди слушай их дальше. А почему вы его сказали? Слушай. Я много больше, чем вы, знаете. Еще кто-нибудь подойдет к моему сыну, что-нибудь сделает? Его никто не трогает. Его не твои сверстники гнобят и покалывают. Я с вами разговаривать не буду. Жопа, он не засунул. Тогда почему вы обвиняете в изнасиловании? В каком изнасиловании? А в чем вы обвиняете? Вот узнайте и потом говорите.